14 мая 2020 года. Сегодня не состоялось уже третье подряд судебное заседание по рассмотрению обвинительного заключения в отношении депутата Ведёпольского поселкового совета и бывшего директора Дворца спорта Владимира Проскуровского. Сегодня, если предыдущие два заседания Проскуровский приходил с адвокатом и мотивировали отложение именно тем, что карантинные меры, там, что типа лишние люди в зале, много не собираться, то сегодня вообще адвокаты не приехали, прислав просто сообщение о том, что в связи с карантинной мерой не приедем, а Проскуровский вообще наплевал на всех и не пришел на заседание. Сон начала заяву по питанию с боку захисника обвинувачено щодо неможливості з'явитися до суду в связи с карантинными мероприятиями в державі. Вообще удивительно ссылаться на то, что карантинные меры, вроде как транспорт не работает, он живет здесь в 5 минутах от суда и мог бы прийти пешком. И все мы знаем, что все они на машинах. Ну, дело умышленно затягивается, как только дошли мы в процессе до самого интересного момента, когда прокуратура обещает нам показать видеозаписи с самим процессом вымогания и получения денег, мы не можем уже рассмотреть уже очень долгий период это дело. Ну, надеемся на то, что все, мы дождемся таки в этого момента и посмотрим, для того, чтобы всем нам понять, брал, не брал, вымогал, не вымогал. Но прокурор сегодня заявил о том, что считать действия подсудимым неуважительной причиной неприхода на судебное заседание. По вашей части, ну, лакуванием того, что, наверное, відповідно клопотання одного захисника, я вважаю, что его терапия, звичайно, задовували. Разом з тим, наскільки я розумію, відповідного захисника і самого обвинуваченого, відповідно клопотання не відходило. Врахуванням наведеного, мабуть, слід визнати їх неявку такою, що є необґрунтованою. Ну, судья особо не отреагировал, Павел Леонтьевич ничего не сказал, ну, возможно, может он что-то применит, какие-то санкции. Думаю, что какой-то штраф наложить было бы неплохо за неуважение к суду. Суд считает, можно вкласти розгляд справи с неявкою обвинуваченим та на підставі дій, які перебуває в державі, що карантинних мероприятий, вважаємо неявку обвинуваченого та захисників поважно, та вважаємо, що він будуть прямо часто місця вважати додатково судового скаржати за причини. Мы не говорим уже о том, что можно было какие-то другие меры ограничительного порядка применить, потому что все-таки это криминальное провадження, и к этому надо серьезно относиться. Тут должна быть неявка должна быть уважительной. Ну, ждем. Следующее заседание в июле месяце. Надеемся, что там уже все соберемся и уже посмотрим основное кино, и мы уже увидим основные моменты этого уголовного производства. Роман Варшаниза, Альтернатива Орг.